Итак, самый актуальный вопрос строительства. Строить где, с кем и чем строить? И возникали ли у вас проблемы со строительством? Вот даже в анекдотах уже ситуации описываются, когда гастарбайтеры из Украины, из ближнего зарубежья строят непонятно чем, непонятно как. А потом у вас отваливался гипсокартон, лопались ли стеновые панели. Есть еще другие вещи. Сайдинг, может быть, у кого-то отлетал. Вот с такими людьми, конечно, разговаривать и не хотелось бы. Но есть фирмы, которые занимаются и плодотворно занимаются строительством. Строительством от начальной стадии, от бетона и заканчивая финишной отделкой и внутренних помещений тоже. И сегодня мы будем разговаривать о строительной компании «Модуль», которая располагается в городе Магнитогорске и возводит и объекты, и доделывает, и ремонтирует. Да, в общем, перечень работ огромен, а мы только начали разговор. Итак, строительство. И все-таки, не занимаясь идолопоклонничеством, скажу. Я лично период президентства президента нынешнего буду помнить этот период всю жизнь, как период восстановления страны и решения своих жилищных проблем. И в это чудное время стабильности и роста стабильно растет строительство. Конечно, есть и очевидные подводные камни, и о них и дальше, и глубже. Давайте строить красиво. И зная на примере ремонта собственной первой квартиры работу строительной компании «Модуль», скажу. Я тогда нарисовал примерно такой же проект перепланировки. И в четкие сроки, и я уверен, и здесь, из этих стройматериалов получится чудо-поселок. И, конечно, строительная компания «Модуль» не ограничивается строительством именно в городе Магнитогорске. Есть и пригород, есть и курортные зоны. И курортная зона, конечно же, это озеро Банное. И вот здесь, прямо напротив горнолыжного комплекса «Металлург», ведется строительство жилого комплекса «Белые росы». Что за моей спиной? За моей спиной фундаментные работы, но темпы работы. Вот это главное. И здесь они завершатся к Новому году. Соответственно, все желающие могут приобрести и жилье, и в будущем прекрасное место, где можно и отдохнуть, и расслабиться. Ну, расслабляйтесь, вот, пожалуйста, на горнолыжном центре зимой, а летом перейдите через горку, тут будет собственный пляж. Интересно, как будет выглядеть Россия, Магнитогорск лет через 5? Сможем ли мы забыть серость конца 90-х прошлого века? И будет ли нам завидовать Лангепас и Ханты-Мансийск? Ну а почему бы и нет, если работать будем с темпами и технологиями, освоенными строительной компанией «Модуль». И чуть придержав рассказ о технологиях освоенных, закроем глаза и представим на месте строящегося по всем правилам и с применением современных тепло- и шумоизоляционных материалов боулинга «Алтынай» одноименного жилого комплекса. Увидим вот такую красотищу. И взяв обязанности личного терапевта и положив руку на пульс этой строительной компании, давайте регулярно проверять и сверяться с графиком и соответствием работ. Опыт подобных наблюдений у нас есть. Да и вам будет интересно. Теперь о технологиях. Когда мы приехали к физкультурно-оздоровительному комплексу «Умка», я сначала не понял. Ну, красивое современное отштукатуренное здание. Песка, наверное, с цементом тон 100 ушло. Но постучав по покрытию и узнав от руководства технологию, подивился. Оказывается, быстро и грамотно можно, применяя качественную и современную многослойную теплоизоляцию, из построенного в один шлакоблок здания сделать термос для льда летом и теплый оздоровительный комплекс зимой. И это только небольшая толика пока неведанного. Есть на вооружении и солидность, и долговечность, и работа с покрытым полимером металлопрофилем. И это действительно красиво, необычно и достойно. И вот он каков, стиль работы строительной компании «Модуль». В четком соответствии с проектом. Современные строительные и отделочные материалы. И, конечно, тем для разговоров очень много, и объектов будет еще очень много. Но в завершении хотелось бы сказать для тех, кто будет искать место расположения строительной компании, что это улица Советской Армии 6, офис 110. Приходите сюда, задавайте свои вопросы, связанные с строительством, и получайте компетентный ответ и решение ваших проблем.